Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Недавно создатели фан-страницы Димаша Кудайбергена в Бразилии DK Brazil опубликовали на YouTube видео, в котором приняли участие Диас со всего мира. В этом видео фанаты, объединившись, оставили свои небольшие послания в поддержку всем людям, которые находятся на карантине. Трогательные сообщения и яркие улыбки Диас сопровождаются песней Димаша «Там, где живет любовь». В видео приняли участие фанаты из таких стран, как Казахстан, Аргентина, Австралия, Бразилия, Чехия, Куба, США, Франция, Германия, Иран, Италия, Япония, Мексика, Вьетнам и Россия. Идея видео пришла в голову одной из администраторов DK Brazil Кати Фернандес. На тот момент она находилась во Франции и собиралась на концерт Димаша в Германию. Из-за внезапно объявленной пандемии и карантина Катя осталась совсем одна в чужой стране и без возможности вернуться обратно в Бразилию. Переписываясь с другими участниками группы, Катя и бразильский Диас думали о том, сколько еще человек оказались в точно таком же положении. Они одиноки, изолированы и нуждаются в моральной поддержке. Так и появилась идея создания этого видео. Бразильские фанаты связались с остальными фан-клубами Димаша. Диас откликнулись на идею с большим энтузиазмом и принялись за совместную работу. «Мы очень рады тому, что идея создания этого видео воплотилась в жизнь. Для нас это очень важно, ведь это было самым большим доказательством сплоченности Диас. Находясь далеко друг от друга, разбросанные по разным странам и континентам, мы объединились и сделали что-то действительно чудесное. Пожалуйста, будьте осторожны и берегите свое здоровье», – сказала Катя Фернандес. Друзья, напомним, DK Brazil – это фан-страница Димаша в Facebook, которая была создана 13 марта 2017 года. Сейчас группа насчитывает более 35 тысяч активных подписчиков. Спасибо им за доброту и неравнодушие. Друзья, всем большой рахмет, берегите себя и своих близких. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».